Привет, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть. Привет, сосед! Это, ребят, тоже самый мод, Puzzle from the Past. И в данный момент это вторая глава. То есть мы прошли с вами подвал, мы прошли с вами начало первой главы, да? То есть узнали, что там у соседа в подвале было, да? Мы нашли секрет! Офигеть! Офигеть, не встать! Это подвал нашего главного героя? Что происходит вообще? Офигеть! Сумка, почему ты движешься? Не пугай меня так! Так что, ребят, не забывайте ставить лайки, обязательно писать в комментариях, что вам нравится в этом режиме, и также не забываем то, что вы должны нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Потому что новые видео выходят практически каждый день. Ой. Офигеть. Видишь, можно заглянуть в щель, которой нету. Ну, прикольно, слушай, я не понимаю, чей это подвал, если честно. Здесь какой-то лифт, но он не открывается. Это наш подвал или подвал соседа? Здесь, видишь, вентиль можно принести. Офигеть, просто не встать. Чё здесь мутят? Просто, чё мутят? Может быть, книжка какая-нибудь поворачивается? Секретная. Ой. Я всё-таки догадался. Это просто супер секретное место, ребят. Ключ! И книга какая-то. Мы нашли ключ. Топор. Его брать нельзя, кстати. Возьму на всякий случай фонарик, потому что в некоторых местах очень плохо высвечено все, потому что я не забилдил свет. Здесь очень много билдить, ребят, приходится. Самый... Ну, по крайней мере, один из самых крутейших модов, которые я играл. Потому что очень все круто, и до малейшей детали все сделано. Вот ощущение, как будто здесь все-таки открывается эта штука. Ну вот вопрос, даже если открывается, то как? И открывается ли вообще? Ну просто выглядит так, как будто за вот этими вот книжными шкафами, да, что-то должно прятаться. Также за этой картиной. Вот видишь, вот этот источник света... Ломает мне все освещение. То есть у меня в итоге темно становится из-за этого источника. Если сюда смотреть не буду, то будет светло. Так работает эта игра. Такие дела. Ладно, я фиг знает, ребят, чё к чему. Мы нашли какой-то ключ. Мы нашли какой-то секрет. Видишь, этот звук? Это звук телепортации в этой игре. Хватит. Хватит ломать нам мозги. Ой, опять источник света какой-то странный. Гараж я открываю. Мы опять-таки нашли... Ой. Не. Мы опять-таки находимся дома, да, у нас? Все еще дома. То есть в первой главе... Здесь даже, видите, в шкафах есть книжки всякие лежат. В первой главе мы с вами... После того, как добрались до подвала, опять-таки, видимо, выбрались сюда. Домой. Так, блин, я не понял, Леха Смертник. Фиг знает кто. Маугли. Всем привет. Топси. Ну, здесь одни и те же. Все то же самое, в принципе, что и в первой главе было. Так, окей. Интересно. Можно выйти, видишь, во двор. Здесь у нас есть теплица. Для чего она нужна, непонятно. Но, видимо, здесь мы должны растить как раз-таки помидоры. Или что там, картошка. Помидоры, да, ведь у него, у соседа. Видишь, здесь столик на всю семью накрыт. Судя по количеству стульев, можно предположить, что есть 6 человек у них в семье. Но, по сути, по фотографии, да, можно предположить, что их не 6, их всего лишь 4. Ребенок, девочка, мальчик, да? Два ребенка, точнее. И родители. О, вертолетная площадка! Нифига себе! Сейчас мы все осмотрим в доме нашего главного героя, потому что очень круто все сделано. Смотри, там какой-то секрет. Оп. Что это такое? Here was Memix. Лоу! Здесь был Memix. Ну, вы поняли, типа, очередной эксперимент. Вот кола, кстати. Блин, смешно. Здесь очень много таких отсылок, пасхалочек на других ютуберов. И, кстати, на меня есть, как ни странно. Кстати, на меня есть. Вот это очень классно. Это очень приятно. Спасибо разработчику, что добавил. На меня пасхалочка находится на втором этаже. Вот лестница.
особенное. Что здесь написано? Ничего здесь не написано. Гитара, может быть, что-нибудь здесь найдем. Так, здесь опять-таки фотографии старой версии Кока-Кола для Мамикса. Так, может быть, что-то из еды найдем, то, что должно нас отсылать на других каких-то ютуберов, либо еще кого-нибудь. Фиг знает, фиг знает. Но выглядит все прикольно. Может быть, даже здесь секретные, опять-таки, проходы есть. То есть в машинку, может быть, можно будет залезть. Я не знаю, это лишь предположение. Опа. Тоже странная комната. Вот, видишь, тоже открытая книга. Что в ней? И видишь, главное, прямо на дом соседа ведет. И помимо этого, ребят, мы сейчас пройдем этот мод, этот режим. Я полетаю еще по карте, покажу вам, что здесь есть. Потому что здесь очень много всего интересного можно вокруг карт найти. Я не знаю, что там за разработчик, но это просто жесть. Они сделали такой мир, который даже не был в этом, в основном соседи. В соседи то меньше сделано деталей, крутых вещей, чем здесь. Короче, здесь отсылки на ютуберов. Я фиг знает, кто это видимо, наш персонаж. А может быть, это отсылка на как раз-таки того, кто создавал. Понятия не имею. Здесь какой-то KKH, какой-то Джойстик, Kids Game, Маугли. Фиг знает, что это такое. Тоже фиг знает. Не знаю. Топси знаю. Это, разумеется, я, Лёха Смертник. Это не помню, кто такой, тоже что-то знакомое. И Ниломоп. Ниломопа я знаю. А фиг знает, кто это такие. Это, видимо, тоже соседа снимают, либо еще какие-то такие подхожие игры. Но спасибо, что добавили, очень приятно. Так, это проектор, да? А где он? Почему? О, смотри, отсвечивает. Видишь? Офигеть. А, это телевизор. Я уже думал, это проектор. Ну, короче, надо еще подняться наверх, потому что единственная комната, которая там осталась, это вот это, ребят. Это я не знаю, что это такое, какая-то обсерватория, я фиг знает. Смотри, здесь есть вот такая вот штука. Что это такое? Зелье какое-то. О. Ну это да, это как клей, только, видимо, революционная разработка. Новые технологии. Клей, который никогда не засохнет, когда вы его кидаете, видимо, так. Ну посмотри, да, долго, в принципе, держится. Я не помню, обычный клей сколько держится, но... Проверять как-то не особо хочется, но все равно я возьму с собой одну колбочку такую. На всякий случай. Ну что, пойдем к соседу? Здесь на самом деле есть еще что посмотреть, потому что, по сути, город... О, смотри, цветочки растут. Город огроменный. Очень много отсылок, пасхалок и вообще интересных вещей здесь добавлено. Но видишь, он закрытый. То есть мне нужно вводить команду ГОСТ и в невидимость входить. Так что, если вам хочется посмотреть на весь город, обязательно пишите, потому что это действительно круто. Очень круто выполнено. Короче, нужно к соседу как-то попасть. Для этого у нас здесь есть электричество. Видимо, нужно выключить электричество. Он там ходит. Вон ходит, смотри. Че там ходишь, бродяга? О, бродяга, ты че? Ты читер! Ты че, читер? Ты че, читер? Офигеть! Это вообще легально было! О, нифига, здесь музыка добавлена прикольная. Устрашающая музыка. Но у него, кстати, вот эта дверь может быть даже открыта, я просто даже не проверил. Нет, заперта. Видишь, здесь он как-то пропрыгнул. Может быть, и я смогу? Нет, здесь есть, ребята, проходик вот такой вот. Интересненький. Я вот не знаю, можно ли здесь полностью пройти. Ну да, здесь можно так пройти. И здесь что-то выключается. Тревога какая-то сработала. Понятия не имею, что это значит. К чему это приведет. Так, ну ладно, у меня есть ключ какой-то. Мы нашли с вами ключ. Интересно, он придет сюда? Что там происходит? Что происходит там? Он пилить там что-то начал. Вот, кстати, телевизор какой-то. Он застрял. Меня что-то спалило опять. Но, кстати, по сути, может перебраться сюда, если постарается. А ты застрял, все. Толстяк. Ты толстяк. Договорились? О, могу даже сюда забраться. О, здесь сразу можно почти через пол игры пройти. Здесь какая-то лестница. Смотри, что там за телевизор? Я хотел сюда забраться, видишь, что-то не получилось у меня. Что-то пошло не так. Надо как-то реализовать вот это дело.
Не могу я здесь пролезть. А-а-а, вот ты что делаешь, офигеть! У него здесь пылесос работает! Ты что, серьезно, мужик? В обычной версии у него не работал пылесос, а здесь работает? Вы серьезно? Как вы реализовали это? Или я что-то попутал? У него обычно тоже пылесос был или что? Хватит меня пылесосить! Говна кусок. Чуть не запылесосил. Окей, ставлю фонарик. Не, так не получится. Слишком многого хочу. Надо какой-то предмет взять. Смотрите, кстати, глобус можно поставить. Даст ли мне это что-нибудь, я не знаю. Ну, здесь предметы есть, давай разбьем опять окно. Я не знаю, может ли он вообще в эту комнату залезть. Но я пока что возьму эту штуку. Поставлю сюда. Да быть не может, чтобы я туда залезть не мог. Ну, как так-то? Я хочу посмотреть, что там. Да, ощущение, как будто специально здесь сделано так, что ты пролезть не можешь. Блин, плохо. Или, может быть, я должен эту штуку как-то убрать? Как их убрать? Не, ну мало ли, я попробовал. Может быть, они... Это яд для этих растений. Ладно, пока что эту штуку убираю. Куда мы придем? У нас здесь под нами как раз таки находится какая-то фигня. Эй, открывайся. Не открывается. Здесь тортики какие-то. День рождения празднуется. Happy birthday! Ну да, ну да. Happy, happy. Ой-ой-ой. Это что такое? Рычаг. Ты видел? Офигеть, спрятали. Вон, кстати, здесь у нас дробовики, я так понимаю, будут лежать. То есть нам нужно куски торта собрать, да? Опять-таки заморочились. Здесь и лифт у него есть. Или что это такое? Ну, у него здесь заперто. Пока что можно не бояться. Пока здесь заперто. Так, опять-таки та же самая комната, что была в предыдущей главе. Давай попробуем эту штуку нажать. На что-то открылось, а вот я не понимаю, что. Я вот не понимаю, что открылось. Какая-то решетка. Здесь вполне может быть какой-нибудь ключ, либо секрет. Надо искать. Ну, мы вот, кстати, можем вот эту штуку разбить. Я этим сейчас и занимаюсь в данный момент. Опа. Меня потерял. Ну так, а смысл только это разбивать? Он меня нашел. Нет, фонарик! Только не это. Мы его потеряли. Что он там делает? Что-то как будто разбивает что-то. Ну лифт? А, это не лифт! Это просто дверь. Прикинь. Здесь какой-то секрет, похоже на то. Смотри, акула. Блин, пипец, столько всего, просто столько всего. Даже не хочется сразу проходить, а хочется поискать какие-то секреты интересные, головоломки, да, вот эти порешать. Так, и куда мы это придем этим путем? Ломаем эту дверь. Ощущение, как будто здесь что-то спрятано. Здесь у нас ничего нет, кстати, перекрашенная тумбочка. Какой-то особенный цвет. У меня, кстати, лагает этот мод. А у меня довольно-таки сильная система, на самом деле. Че это такое? Че за музыка такая интересная? Здесь у нас что? Здесь что-то есть. Как-то эту штуку можно открыть. Короче, вопрос... А, вот эта штука открывается, видимо, с помощью вот этого счетчика. О, счетчика, я сказал? Рычага. Вы поняли, да? Нужно как-то открыть вот эту решетку. После того, как мы эту решетку откроем, мы откроем сразу другую решетку. Смотри, здесь краска какая-то. Я понятия не имею, для чего она нужна. У
Не открыл. Я не знаю, что я открываю этим рычагом. Ну что-то открываю точно, да? Краска какая-то. Испачкаться мне нельзя, взять ее нельзя, если что. Так, здесь у нас тоже какой-то секрет. О, это комната с камерами. Там могила чья-то. Смотри. Выключили электричество. Но здесь ничего нету. Интересно, сосед сюда может прийти? Здесь кодовый замок, но он открывается без кода. Здесь у нас какой-то ключ красный. Как эта штука открывается? Я лично не понимаю. Потому что я не вижу никаких подводок к нему. И не вижу никакого рычага. На Е просто не нажать, не получается так открыть. Какая-то музыка интересная. Я фиг знает, откуда такая музыка. Интересно. Ладно, ребят, давайте пока что на этом закончим. Очень много секретов, очень много всего. На всякий случай спрячусь. Нам предстоит с вами еще найти. Это просто офигенно. Ну и помимо этого, я еще обязательно полетаю по городу. Я не знаю, сколько этот мод делался. Я не знаю, сколько люди затратили на него. Как его вообще продумывали, сколько людей его делает вообще. Потому что сделано прям действительно очень круто. Просто максимально круто сделано. Лучше сделано, чем основная игра. Это и видно. Это видно. Может быть, здесь много багов, в отличие от основной игры, да? Здесь потому что никто не ищет эти баги, в отличие от основной. Но думаю, все это все равно... Как бы... Это не важно, вот можно сказать так. Это точно не важно. Не забывайте, ребят, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, также писать в комментариях и подписываться в паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании и в шапке канала. Это была игра «Привет, сосед». С вами был Лекс. Это был мод Puzzles from the Past. Спасибо за просмотр. Всем добра.